Музыка, веселый смех, танцы. Каждый уголок на игровой площадке города детства заполнен. Такую погоду, которая выдалась как по заказу солнечной, сидеть и стоять на одном месте никак не хочется. Ура! У нас каникулы! С корзинкой в лес ходикулы, черникулы, грибникулы. Ура! 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 Как планируете проводить каникулы? В лагерь поехать. Какой? Ну, в уголек. Понятно. А я за границу собираюсь уезжать. Подтянуть некоторые предметы, которые мне даются трудно. Планы, съесть куда-нибудь, отдохнуть, например. Добрый, и солнечный первый чему не толчиться делать? Всем гостям сегодняшнего А ты уже знаешь, чему ты хочешь научиться? Да. Чему ты хочешь научиться? Хочу научиться варить металл. Ну, то есть, сварщик. Как сварщики делают, варят. Еще пара минут, и начинается большой концерт. А перед этим начальник управления культуры города Татьяна Жукова вручила будущим первоклассникам дневники. А Богдану Кухаренок и Александру Фонову паспорта. Мальчишки приняли участие в конкурсе «Мы – граждане России». А исполняющий обязанности начальника управления спорта и туризма отличившимся ребята вручила значки ГТО. От имени городских властей и управления культуры Дарьи Сафроновой вручили сертификат на запись профессиональной студии. Я пою с 2 лет, в музыкальную школу хожу, то уже 10 лет. Мне это нравится, потому что, когда я была маленькая, видела по телевизору, как поют, и мне захотелось, подумала, что вот буду, вырасту, буду такая же, как эти люди, которые поют, и захотела петь. Мама мне отдала музыкальную школу и научилась петь. Посетить праздник под открытым небом могли все желающие. Пока одни дети слушают концерт и танцуют, другие заняты не менее важными делами. Например, участвуют в мастер-классе по изготовлению открыток, сувениров и подарков. Или добавляют в серость асфальта немного радуги. Маш, а скажи, пожалуйста, вот на твоем рисунке лето уже пришло? Как я вижу, там солнышко уже светит. Да, пришло. А ты вот, у тебя какие планы на лето? Поехать отдыхать. А куда? На Обское. Мы каждый год ездим, сделаем туда отдыхать. Также девчонки и мальчишки могли примерить настоящую форму пожарного, вблизи посмотреть, как устроена пожарная машина, сделать на ее фоне селфи и проверить свои знания по пожарной безопасности. Праздник на детской площадке продолжался больше 3 часов. Каждый ребенок получил массу положительных эмоций, и под радостные детские крики в город пришло наконец-то лето и каникулы. Ура!